Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас выкатываем из ангара Т-28 Defender. Не буду вдаваться в технические подробности по машине, многие машину знают, но кто хочет, посмотрите, у меня на канале есть отдельный обзор на Т-28 Defender с разбором технических характеристик. Что же касается самого Defender и ценника, за который он сейчас стоит на новогоднем аукционе. Смотрите, 8000 золота за него сейчас просят. Когда сутки пройдут и ценник упадет ниже, он опустится всего лишь на пол косаря. Я считаю, что это очень мало. И даже, честно говоря, если бы по косарю падало, то в любом случае цена данной машины на сегодняшний день, ну будем говорить откровенно, максимально 1006. Почему? По одной простой причине. Потому что Defender Т-28, он лучше, допустим, чем ИС-3 защитник. Однозначно лучше. Вопросов нет. Но это единственный его плюс вот в сравнении с ИСом. Просто потому, что он лучше играется и он более надежный в бою, да, то есть его тяжелее, там, допустим, разобрать со лба. Что же касается в целом вот серии Defender'ов стареньких, если не считать AMX Defender, который сравнительно недавно по сравнению с другими ввели в игру. Но, ребят, будем говорить откровенно, эти машинки морально устарели. Да, когда они появились, народ просто в шоке был. Когда ты попадал в бой на обычных проходных машинах против вот этого Defender'а, ты реально, ну, штанишки собирался себе подмочить по одной простой причине, потому что он своим барабаном тебя смущал, а своей броней со лба запугивал. Ты реально не знал, каким образом подступиться к этой машине. На сегодняшний же день, с учетом обилия танков в игре, Defender играется совсем по-другому. Вот сейчас я выехал, и никого уже моя лобовая броня особо не пугает. И ромбовать особо не получается. И время перезарядки магазина просто, ну, не знаю, убожеское какое-то, что ли. Да и даже, честно говоря, время перезарядки снарядов между собой в магазине тоже оставляет желать лучшего. Бывают на Defender катки неплохие. Бывает такое, что ты действительно неплохо отыгрываешь, но, ребят, поверьте, на сегодняшний день количество неудачных каток на Defender будет существенно больше. Я единственное, чего сейчас еще не успел показать в бою, но обязательно об этом расскажу в следующем, в который мы сейчас с вами зайдем, потому что данная катка, извините, была, ну, уж слишком скоропостижная для моего Defender. Есть еще негативы, которые есть в Defender. И да, да, ребят, негативов по этой машине гораздо больше, чем позитивов, чтобы там не писали. Когда-то была имба, на сегодняшний день таким не является. Как я уже сказал, броня никого особо на сегодняшний день не пугает. Подвижности у машины нет практически совсем. Что самое парадоксальное, что Defender, несмотря на то, что это ПТ, он не обладает при всех своих минусах по подвижности, я не знаю, там, по времени перезарядки. Он еще и обладает такими двумя косяками, как отсутствие нормальной точности на дальних расстояниях, большой разброс, с чем связано, в принципе, отсутствие точности. И самое противное в нем, это очень, ребят, вот такое вот по ощущениям, долгое сведение. Вот если ты стоишь на дальнем расстоянии, тебе необходимо свестить противника для того, чтобы нормально выцелить какую-то серую зону в нем. Поверьте, ну, больше будет мучений, чем удовлетворение от игры на данном аппарате, именно как на ПТшке. А ПТшки, ребят, в этой игре, они предназначены для того, чтобы, по сути, играть в снайпера. Но снайпер из вас такой себе, знаете, косоглазый, причем без одного глаза в то же время. Я не буду сейчас смотреть на результаты, потому что как таковых результатов нет. Мы просто с вами зайдем еще в один бой и попытаемся отыграть на дальних расстояниях. Я хочу все-таки показать вам время сведения и точность орудия на дальних расстояниях, потому что цифры, заявленные в ТТХ, это одно. А как вы их ощущаете в бою, комфортно вам или дискомфортно, это совсем другое. Итак, ребят, смотрите, время перезарядки. Вот мы начали перезаряжаться и просто-таки смерть-тоска происходит. Если бы вы хотя бы свой барабан выкидывали, ну, грубо говоря, как сейчас есть огромное количество машин, отбрасывающих по 3-3,5 секунды, а есть такие, которые за 2,5 справляются, то понятное дело, что вы бы довольно неплохо реализовывали свой ДПМ, и, соответственно, время перезарядки в целом в магазине было бы для Defender простительным. Но когда у тебя время перезарядки 6,7, с учетом всего необходимого для того, чтобы увеличить, ну, скажем так, возможности в этом направлении машины, да, там оборудка, амуниция, и при этом всем, ребят, 6,7 все равно у тебя между снарядами,
И при этом ты сводишься просто, я бы сказал, убожески. Ну вот начинаем сводиться, ждем. Он даже за света ушел, и вы круг разброса обратили внимание, какого размера у вас. И вот вы начинаете перезаряжаться между собой снарядом внутри магазина. И системы дозарядки нет. Если бы хотя бы система дозарядки тогда уже здесь была. Но на тот момент, ребят, когда машину вводили, систем дозарядки не было еще. Про них никто не знал, никто не подозревал, и, соответственно, за кайф было играть на вот таком вот барабане, потому что барабанов в игре, ребят, тоже не было. Не было Проджеты 46, не было многих других танков, которые есть на сегодня в игре, которые, понятное дело, сейчас по скорострельности абсолютно преобладают над Дефендером. Дефендер — это больше дань истории, наверное. Но, наверное, ребят, не более того. Машинка уникальная своим внешним видом, с этим не поспоришь. Но вот время сведения, время перезарядки, вот товарищ уже поехал, я перезаряжаюсь. Эти все пункты, которые на сегодняшний день, как я уже сказал, морально устарели, они реально хоронят Defender. Хотя, согласитесь, 400 единиц альфы, это же действительно круто. Я вот сейчас закинул в товарища, можно сказать, косарь абсолютно спокойно. Но это больше фарт, чем закономерность. Сейчас просто товарищи противники отвлечены на моих союзников, что позволяет мне стоять и вот так вот с вами разговаривать, пока долго и нудно мое орудие перезаряжается. Да, безусловно, перезарядилось орудие, ты начинаешь делать что-то годное. Но вот опять, время перезарядки снарядов между собой приводит к тому, что ИСУ уже умудрился спрятаться. Короче говоря, ребят, машинка очень спорная, и какой ценник на нее, ну уж точно не тот, за который дефа сейчас продают. Уж точно не 8000 и точно не 7500. Чисто для коллекции, чисто по приколу, я бы сказал, что, ну, 6500, наверное, вот такое будет мое последнее мнение по поводу ценника на данный аппарат. 2365 единиц урона вот в таком бою. Да, это приятно, это классно, но все-таки это не тот аппарат, на котором хочется ПТшить где-нибудь стоя в кустах очень далеко. Ну, а ехать куда-нибудь вам сложновато, потому что подвижности не хватает, а, как я уже сказал, броня хоть и есть, но на сегодняшний день не настолько пугающая, как когда-то была. Второе место в команде по урону. Ну, а что касается результатов по фарму нашей серебрянди, 70 500 было бы, если бы был активирован прем, ну и плюс еще можно увеличить с помощью бустеров там и так далее. А честный фарм, чистый, 46 000 серебром. Много или мало, безусловно, решать вам, ровно как и за какой ценник покупать и покупать ли вообще. Это честное мнение по поводу Дефендера, ничего не приукрашая. Я средний игрок, у меня нет скиллов, я не имею 70-80% побед. Ну и, соответственно, если вы играете точно так же, как я, себе в кайфе, не заморачивайтесь, допустим, над статистикой, не стремитесь запомнить все цифры наизусть, подписывайтесь на мой канал, смотрите честные обзоры, я вам буду безумно благодарен. Хочу до Нового года собрать 5000 подписчиков, чему буду безумно рад. Ну а вам буду благодарен за подписку на канал, ставьте палец вверх этому видео, пишите комментарии, свое мнение по поводу Defender, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Ну и, соответственно, ребят, если вы имеете возможность финансово поддержать развитие канала, кидайте свои донатики через ссылочку в описании, либо кидайте подарочки через магазин. Ну а если кинете какой-нибудь танчик, обязательно запилю обзор на него, как только подарочек прилетит. Спасибо вам большое, всех благ, всего хорошего вам, обязательно приятных покупок, ну и не сливайте свою голду куда ни попадя. На данный момент у меня все, всего хорошего вам, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.